Вот она сама маленькая. Видимо, вот именно нога вот. Вот нога, она сейчас не может встать, вот она. Местный житель Эдуард проезжал на автомобиле и увидел на обочине дороги маленького ослика и ослицу. Маленький ослик не мог встать на ноги, его ноги были в крови. Большая ослица на тот момент уже была мертва. Вот наш перевозчик Виталий. Здравствуйте. Вот набирают ослику обезболивающее в дорогу. Мы нашли на Авито перевозчика грузовое такси, скажем так, коневозку. В фургоне, значит, камера, он смотрит на ослика всю дорогу через эту камеру из кабины, останавливается, он его поил всю дорогу, уколол обезболивающим, чтобы ослик хорошо доехал. Врачи удивлялись вообще, что он, как он вообще выдержал даже вот эти несколько дней, когда лежал на обочине. Вообще, как он доехал, как это вообще возможно, он настолько хотел жить, что мы даже, да, до сих пор поражаемся.